Калужской школе сейчас кипит работа. Помощники Деда Мороза отбирают почту, читают письма детей. Ничего не слышно. Айфон или айпад? Айфон. Дедушка Мороз, ты. Подари айпад. Итого на Новый год уже попросили 837 439 айпадов. Весь Китай ночью будет их делать, чтобы столько настрогать. А весь Тайвань айфон. Больше миллиона уже попросили. Ведь сладкого у них ничего не было. Смотри. Дед Мороз, подари мне уже 6-й айфон, а то с 5-м на меня все показывают пальцы. Ладно, не все такие. Зацени. Дед Мороз, у меня сломался Wi-Fi роутер. Подари мне пароль от Wi-Fi в моем подъезде. Какой скромный мальчик. Поработай головой, чтобы купить свои мечты. Все вокруг решает кэш, все остальное панды. Это панды, это панды. А то я уже в одних магазинах электроники старшего смены работаю. Знаю все о новинках, могу зайти в предложение, знаю своих денег. Саш, тебя вообще не слышно. Это Дед Мороз, это не Саша. Да, господин Дед Мороз, пожалуйста, внять мне еще раз, повторите. Где этот скромный мальчик? Неужели хоть один ребенок, который не хочет на Новый год модный гаджет? А то я уже могу в магазине электроники старшим смены работать. Знаю все о новинках. Могу залить приложение. Jailbreak делаю закрытие. Пока все как обычно. Вон там мешок, хотят iPhone 6s Plus. А там iPad Pro. Я проверяла. Эти же дети на прошлый год просили iPhone 5 и iPad Air 2. Ничего нового. В следующем году 7-ю модель попросят, а еще через год 8-ю. Что в той коробке? А помочь хотят. Помню, 30 лет назад просто Apple просили. Ты бы еще вспомнил, что 50 лет назад. И вправду, сейчас совсем другое. Да уж, сейчас дети избалованы, но нам остается только радоваться за них. Они не знали тех времен, когда им просто это не хватало. Желаю вам счастливого Нового года, и чтобы вам никогда не приходилось мечтать о всяких мелочах.